Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмери, и у меня в гостях моя любимая Аск Фатима, точнее я в гостях у нее, но она в гостях у меня на канале. И сегодня у нас с вами будет челлендж, я, к сожалению, сама себя не вижу, мы зеркалку как бы отодвинули назад, я буду угадывать напитки. Как ты думаешь, у меня получится? Да, думаю, что получится. Точно такое же видео вы можете увидеть на канале Аск Фатима. Фатя будет угадывать тоже. Там будут немножко некоторые изменения, так скажем. Мне кажется, ты не все угадаешь. Да? Да. Вот если честно, я уверена, что я угадаю, во-первых, колу, Red Bull. Я знаю, какие напитки, просто я не знаю расположение их. Давайте я начну по порядку угадывать. Я даже боюсь. Ну что, я вылила туда. Это легко. Что это? Это, конечно же, айран. Посмотри. Молодец. Первый айран. А, подожди. Да, первый айран, молодец, ты угадала. Это было очень вкусно, реально. Так, второй. Какая-то моча. Если честно, это очень похоже на ягуар. Ты что-то поменял, признавайся честно. Нет. Ну как ты думаешь? Я думаю, что может быть это Red Bull. Правильно, молодец, да. Ты точно помнишь? Я помню по порядку, да. Но не все помню кое-что, что я не помню, я буду подглядывать. Это уже сложнее. Что-то газированное. Ага, давай, что же это? Газированное, но непонятно что. Мохито? Нет. Все, ты не угадала. Все, попытка нет, всего нет, одна. Давай я покажу, чтобы зрителям тоже было видно. Это Фанта, ребята, Фанта. Да Фанта, не... как я могла Фанту не отгадать? Ну Фанта, это же легко совсем. Разве бывает апельсиновый мохито? Ну ты даешь. Здесь уже не газированный напиток. Я не знаю. Ну давай. Что-то связанное с персиками. Персиковый какой-то сок. Подождите. Нет, 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 нет. Это апельсиновый сок. У тебя, кажется, проблемы с апельсинами. Это реально сложно. Я смотрела подобное видео, я думала, ну как можно не отгадать? Да. Так, давай следующий. Я вообще без понятия, что это, честно. Я помню, это что-то такое, одно из двух. Но я сейчас сама посмотрю. Я реально не знаю, я сдаюсь, что это. Это манговый сок. Я же говорю, это что-то такое, что я никогда не, прежде не выпивала. Так, следующий. Следующий. Это я знаю. Что? Это спрайт. Да, 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 да. Спрайт, я узнаю его из тысячи по этому газу. Так. Так, 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 я выучила и выстрелила, что там. Это опять спрайт, или это я то же самое, одно и то же пью? Подожди, я посмотрю, что ты пьешь. Да, ты пьешь одно и то же, пей розовую. Нихуя не достает? Ничего нету. Я тебе помогу. Давай помогу. Не на, пей. За что? Пей, пей. А, я знаю, что это. Что это? Это что-то кофе, да, какое-то? Да, да, да. Холодный кофе. Ну как, тебе нравится? Ну так. Хочешь, подержу тебя? Ты пьешь спрайт опять? Я пошла попить, а не снимать челлендж. Я чувствую себя, знаешь, коровой, которая... Нет, малышом коровы, который пьет молочко. Он еще, знаешь, вот так вот головой ударяет, что побольше молока пришло. Ты не деревенская, ты не знаешь. Так, этот
закон. Следующий этот был, по-моему. Подожди, let me see. Вот этот следующий, да. Это Пепси. Не совсем кола. Ну, это почти Пепси. Ну, давай засчитаем. Для меня это одно и то же. Засчитаем, как угадано. Ну, как тебе, вкусно? Нормально. Нормально. Ты замечала, что в Макдональдсе Кока-Кола немножко другая, нежели обычная Кока-Кола? Там Пепси. Там Пепси? По-моему. Но они смешивают сами с порошком. Вот мне кажется, они с чем-то смешивают, потому что немножко другой вкус. И мне кажется, там газ теряется быстрее, чем, например, в обычной. У них аппаратные, по-моему. Ну вот, например, я покупаю напиток в Макдональдсе, например, доезжаю до дома, и уже, считай, газа нету в напитке. А когда ты покупаешь, например, в упаковке просто в бутылке, больше остается газ. Это потому, что он не запечатанный из-за этого? Возможно, из-за этого, но как-то мне, если честно, в Макдональдсе напитки не очень. Ладно, последний. Брысь отсюда. Тут эта коровка пьет. Монстр какой-то, да. А мы такой не покупали. Чего я хрень несу? Точно. Я не знаю. Я принюхиваюсь. Там невозможно понюхать. Я принюхиваюсь. Это тархун, да? Да. Или грушевый что-то? Тархун. Ура! Давайте посчитаем, сколько она угадала, а сколько нет. Так, она угадала раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук она угадала, да? Всего шесть. И скольки? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Из девяти я отгадала шесть. Это хорошо, получается, больше половины. Только три не отгадала, да? Да. Бах, кёрсанынерс. Да, мы будем еще одно такое видео снимать. Для Фатиного канала. Посмотрим, Фатя сможет отгадать или нет. Так что, Фатя, ты брысь из этой комнаты. Я все это перемешиваю. У меня еще в сумке, в чулке есть еще пару напитков. Ты даже не представляешь. Ты не представляешь, как я тебя запутаю. Ты меня напоишь. Чем-то нехорошим. От тебя все, что хочешь, можно ожидать. Я сначала, кстати, хотела еще прищепку на нос, чтобы мы не чувствовали. Но если честно, вот так вот все перемешивается. Не, да, не чувствуется. Вот все перемешивается. Я вообще не чувствую запах. Я чувствую запах обуви. Коробка от обуви. Кожаная обувь. Дорогая. Черного цвета. Я экстрасенс. Здесь была обувь черного цвета. Очень качественная. На ножку где-то 38. Твоя, что ли? 37 у меня. Ой, 37. Обижаешь, я дюймовочка. Да вот что единственное чувствуется. А так? Ну, вообще, попробовала все напитки. Если честно, для меня самый такой, знаете, спорный был вот этот вот. По-моему, это, да, подожди? Который? Наверное, потому что я второй раз в жизни пробую Red Bull. Первый раз я попробовала лет, наверное, 5 назад, когда была на первом курсе. У нас девочки скупали просто Red Bull. Этот Red Bull стоял для них. Первый урок – один Red Bull. Ты рассказывала. Второй урок – второй Red Bull. Пошли в супермаркет, принесли Red Bull. Я, для меня Red Bull – это Holy Grail. Это такое запретное, вкусное, то, что я себе позволяю редко. Потому что говорят, это вредно. Даже в некоторых странах, если не ошибаюсь, во Франции это запретили, потому что ходят слухи, что кто-то там много пьет и умирает от этого, как-то на сердце влияет. Это энергетик, и после него ты себя круто чувствуешь. Ты взлетаешь. А я ничего не чувствую, я могу спать после него. Но я себе позволяю его пить буквально вот раз в полгода. Я вот вам показывала, у меня в холодильнике лежал. И это я впервые, наверное, с начала года выпила. Сейчас еще допью за Айку. А вообще из этих напитков какой твой любимый? Мой любимый? Что бы ты предпочла пить целыми днями? Ну, Айран. Здесь, наверное, нет моего любимого напитка. Я, кстати, вот последнее время больше склоняюсь к тому, что напиток должен быть не только любимый, но и
полезные, да, хотя бы, минимум консервантов. Поэтому я предпочитаю воду. Моя любимая еда – это вода. Айран я люблю, но я бы его не пила весь день, потому что от него опухает животик. Потом бы я была бы пухляшечкой. Ну, вообще, с газом напитки тоже, я бы сказала, от них рыгаешь. Да, я тоже воду предпочитаю. Последнее время я подсела на напиток. Он вот выглядит таким вот образом. Давайте вам покажу. Но он есть кокосовый. Мы его пьем с мамой и очень любим. Вот, очень вкусно. Покажи мне тоже, я не вижу. Да, если встретите, попробуйте. О, я это пила? Да, ты это пила, это с манго. Ты, кажется, не угадала его. Ну, потому что я его никогда в жизни не пробовала. Вы пробовали такой? Интересно, сколько здесь калорий? Вот такой я не пробовала. Калорий там много, потому что это сладкое очень. А, здесь написано, что это без сахара, интересно. 56. Это много? Это очень мало. Да, как классно, интересно. Все, ты хочешь похудеть, ты постоянно пей. Просто пей. Одно время, когда я хотела похудеть, я решила сесть на очень жесткую диету и считать калории. Я взяла одну шоколадку и посмотрела, что там энергетическая ценность около 200 калорий. Я подумала, вот, как раз буду есть одну шоколадку в день. Я реально поделила эту шоколадку на несколько приемов пищи и постоянно с чаем кушала шоколадку. И как ты думаешь, я похудела? Нет. Нет, потому что я ела и другие вещи тоже. Я не смогла. Но самая лучшая диета у меня на канале, так что обязательно смотрите. В общем, на этом все. У этого зайчонка будет такое же видео на ее канале. Это видео уже вышло. Вам всего-то навсего нужно перейти к этому зайчонку на канал. Подписаться. Да. Я посмотрим, сколько напитков она отгадает. Я, если честно, думаю, что ты отгадаешь все. Знаешь почему? Потому что ты пробуешь все, что движется. Я элементарно захожу в супермаркет, там какие-то непонятные напитки, не знаю, алкогольные, не алкогольные. Я сразу такая, Фатя, это что такое? Это говорит, здесь лайм, здесь это, то. Невкусно. На этом все. Всем желаю удачного дня. Спасибо, что были с нами. Всем пока.